Здорово! Ну что же, продолжаем проходить медиум. Медиума. И мы закончили на том, что узнали, что Томас является разделителем душ. То есть, если наша деваха, она отпускает душу, типа является проводником между... не знаю, между Лимбо и Светом, там, или Адом, или чем. Вот, то Томас был, он просто разделял душу. Он разделил душу Ричарда, что тот стал просто овощем. Я так понял, да. И остался от него только демон, которого нам надо было отвезти в другой иной мир. Я не совсем понял еще, что происходит, потому что... А кто их всех поубивал? Что за существо за мной бегало? Типа... Кто и что? Смотри, там какая-то записка, да? Стопудово, ну... О, опять это, да? Так. Привет, любимая. Я, как всегда, весь в работе. Господин Рикович говорит, что больше гости приезжать не будут. Но ничего страшного. Для меня тут есть еще много дел. Вот только очень хочется тишины. А почему оно все болтает и болтает? Очень скучаю, F. Так, этот опять чуваку не отправляет нихера. Все болтает и болтает. Я слышу, как она болтает. Как он там? Нет, не давай ему трубку, я работаю. Просто скажи, как он. Хорошо. Передай, что я скоро вернусь. Воспоминания очень слабые. Как огонь спички. Как огонь спички, что-то там гигантское. Ну, так прикольно крутится, так завораживающе. Так, это, наверное, Томас был, да? Отвоеванная история. Памятник истории форт постройки 19 века будет восстановлен и открыт для широкой публики. Работы начнутся в следующем году и продлятся до 1983 года. А, это тот форт из демки, да? Странно, куда мне глазеть-то? Вон дерево. Огонек. И все. О, еще что-то. Еще одна открытка. Любимая, я ведь уже рассказывал о дочери господина Риковича Лилиане. Сегодня ей исполнилось 16. Из-за болезни бедная девочка даже не отпраздновала свой день рождения. Но знаешь, она напомнила мне о нашей Ане. У нее ведь день рождения в следующем месяце, верно? Жаль, я не смогу приехать. Я нужен господину Риковичу. Я просто обязан остаться и помочь ему, как он когда-то помог мне. С любовью, Ф. Ф.
Фрэнк там вроде бы или то. О, у меня тут своя мистика. Фикус падает. Что это у нас? Экологическая тропа. Что-то я сомневаюсь в вашей экологической тропе. Природный парк Нива. Природный парк Нива построен на средства правительства Польской Народной Республики. It sounded familiar somehow. Звучало очень знакомо. Возможно, воспоминания из раннего детства. Was it even a place? Это было какое-то место? Or something else entirely? Выставка редких деревьев. Видовая тропа. Ой, налево пойду, пизды получу, направо пойду, хуёв охапку. Так, у меня фонарик не горит. А это не есть хорошо. Да, путь-то один, по идее. Любимая, мне все сложнее не обращать внимания на сложившуюся ситуацию. А хуже всего то, что я начинаю понимать, что на самом деле происходит. Бедная-бедная девочка заперта в клетке, словно животное. Дети не должны жить в таких условиях. Неужели она настолько больна? Господин Рикович говорит, что это ради ее же блага. Я начинаю сомневаться. Как бы хотел тебя увидеть. Люблю тебя, твой Эд. Так, мне придется свет включить, потому что стемнело. А, господи, свет. Зловещий какой-то фонарь. Звуки странные. Ну, зачесался. Так, вон оленька дохлая.
Понятно, мне идти под мост. Боже, еще один. Такое ощущение, что он сгнил изнутри. Да. Так, а сейчас будет место из демки. Эти животные, их словно выжили досуха, выпили из них свою жизнь, всю жизнь. Типа изнутри оно пожирает. Это хуйня. О, бля, ветер, да. Ух ты, жутко. Мне напугал приятель. You scared the shit out of me, little buddy. Собака с ботинком? What you got there? Что там у тебя? Oh, hey. Эй, погоди. Wait. Так, река Висла, палаточный лагерь. Он называется палаточный лагерь. Блять, я не знаю, пойти к нему или к реке подойти. А, сука, ладно, сбегаю сейчас. К реке. О, не зря сбегал к реке. Так, это я должен сделать он там, в одиночестве, ей страшно, теперь я ее все время слышу. Она шепчет, она кричит, выпусти меня, выпусти меня. Он не понимает, он не хочет понимать, может быть, он не тот, кем я его считал. Я должен ему показать, Эв. Тут, типа, нет. Говорит, нет, сюда не пройдем, да, ничего? Ну, хоть открытку нашли. Да что ж ты гавкаешь-то так? Тебя слышу так хорошо, блядь. Идем. So, there I was. Я побежал за Семеном другом, надеясь, что хоть он знает, да. Помню, думал, что он приведет меня к своему хозяину. В каком смысле он и привел. Наверное, мертвый у него сейчас хозяин. Ну-ка. А чё я тут ничего не пробежал, такой смелый, деловой. Мчусь стрелой. Блять, ты, наверное, мертвый, да? What is it, boy? Что такое? You wanna show me something? Хочешь мне что-то показать? Shaving tools. Так, бытные предметы, полотенце, Берлин, местные яйца. Вы с собой следите. What's wrong, buddy? Что такое, приятель? Oh, let's see what we got here. Ну-ка, что-то вкусняшки.
Типа собачий корм? There you go. Eat up, champ. Вот как пиздержок. Все, он поел. Да подожди ты гавкай, давай Hold посмотрим. On, boy. Подожди, приятель. Just need to check something. Только что, чтобы проверить. Oh, it's just... Это просто Close. Одежда. Кто-то оставил ее сушиться прямо посреди леса. Так, здесь ничего? Ничего, да? Вообще ничего. No, right? И не говори. Для пёса, конечно, понимаю все, но... И ты пойми. Деловой такой, пожрал, бегает. You catch a scent? Ты взял след? Hey. Эй! Anyone in there? Есть там кто? What's wrong, boy? Что такое, песик? Is someone in there? Там кто-то есть? Мне жаль. Мне так жаль. Hello? Эй, я так хочу увидеть тебя снова. Так по тебе скучаю. Зачем я остался? Зачем выпустил меня? Они все мертвы. Из-за меня. Что за черт? А я все еще здесь. Почему? Эй! Эй, с вами все в порядке? You all right in there? Это этот, Эвка, тебя тут тоже не должно быть. Я вижу тебя. А значит, что и она тебя видит. Конечно. На что ты рассчитывал, Мариана? Господи. Я лишь хотел, чтобы она снова увидела солнце. Мне очень жаль, Эв. Ну, это этот, который писал все эти... Думаю, это он. После закрытия дома отдыха, он просто остался здесь. Да, это Фрэнсис. Что такое песик? Был твоим другом? Он выглядит иссушенным, сгнившим изнутри, как те животные, которых я видела. Вот плохо, что здесь у них лиц не показывают, то у них маски, прям всю вот эту вот жесть, там, уродство прям такое, чтобы... Вообще, чтобы жутко было. Easy boy. Тише, песик, что случилось? What is it? Oh, God. О боже, опять эта тварь. It's that thing again. No! Stay! Нет, стой. Фрэнсис. Я надела его. Потом я выросла из него. Изнасиловала. Все они износились. Ничего не подходит. Все не по мне. Но ты выдержишь, правда? Wouldn't you? С
особенная девочка. Валит меня, мать твою. Я хочу примерить тебе. Черт, заешь. То есть это чудовище в них проникает и живет в них. Fuck. Твою мать. Пожалуйста. Don't run! Не убегай. Мой чудный костюмчик. Маленький костюмчик. Не, выглядит все довольно это. Потрясающе. Мне нравится. Бля. Маленькие. Эти переходы. Глюканутые. Не бросай меня здесь. Я оторвалась. Она отстала. Ты пиздец какой-то. Так, чё там? Это же этот мост. Че бы она отстала? Она бы вниз просто спустилась прямо сейчас ко мне и надрала бы мне задницу. Марианна. Кто ты? What? Что? Кто? Who's there? Кто здесь? You promised. Ты же обещала. No risk. Будь осмотрительной, да? This isn't не по-настоящему, не может быть. I can't be. Отец? Jack? Ты же его отпустила в иной мир. Он не мог оставаться в этом мире. Это место тут так холодно и темно. Блять! А, мне наоборот туда, да? Галстук? Серьезно? Is that... Что? No. Нет. It can't be. Не может быть. Реально галстук? А как? Почему? Может, какие-то глюки?
Марианна, что ты сделала со мной? Ты не он. Ты не он. В смысле, а как он? Странно. Так, там что-то тень сейчас пролетела. Тупик, да? Where have you sent me? Куда ты меня отправила? Я могла тебя уйти в другой мир. Мне не должно быть тут, Марианна. А куда? Это все твоя вина. Пожалуйста, прекрати. А что если на самом деле она отправляет их, типа, не в рай, как думает, а наоборот куда-нибудь, в адище? Джек? Джек, слишком поздно, Марианна. Все кончено, он где-то слева. Ведь я... Он исчез. Господи. Или же кто-то... Она, какая-то девочка, умеет... А что? Нет, та девочка, она мертва. Томас умеет разделять. Может, мы являемся частью кого-то? А нет всего! Блять, что ты наделал? Бля, во тьму. Ты упал. Так. Ну, ты не сидишь, лучше пошевелись. Слава богу, мне до сих пор еще со мной. Так, еще сохранялочка. Здесь ничего. Так, это что у нас тут? A generator. Генератор, может быть, он еще работает? Still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Так, топлива нету. Мне же топливо. Запер, кажется, очага не хватает. I think there's a lever missing. Да.
Открыть ворота, найти рычаг. Топливо залить. Есть топливо, да? Рычаг вверху. Come on, Bolt. Don't fail me now. Fuck, that was loud. Черт, как громко. Ну да, тут засранец по-любому сейчас слышит. Здесь не пройти, да? Господи. Посмотрим внизу. Я тебя слышу. Черт. Спускайся ко мне. Давай. Тут будет весело. Подожди, я жду тебя. Да, тут равновесие надо держать. Но как-то странно немножко работает. Коровенько. Блядь, сейчас здесь тут надо будет мне пригибаться, приседать. Так, когда свет мигает. Так, мне надо понять, как действовать. Он на свет смотрит? Не подойти. Бля, господи. Давай. Там выход. Но эта тварь стоит на пути. Голум? Это Голум? Чек передает привет. А нет, он мостой сказал. Зачем? Ты его сюда отправил. Зачем? Сел. В смысле?
Он... Она умеет читать мысли, оно? Или это место реально олицетворение ада? И мы только все души можем пролить сюда, никуда иначе. Вот и ручка. At least this could come in handy. Он боится молнии? Энергия. Всегда энергия. Значит, нам надо электрошокер какой-то. Ой, я почти вернулась к генератору. Так. Открыто. Okay. The gate's open. Now let's get rid of that fucking thing. Разделся тварь. А как мы будем с ним разделывать? А? Внизу. А как мы будем? Shut your fucking mouth! Током, да? Гром и молния. Yes! Burn, you twisted fucking bitch! Да гори, сволочь ебаный, нахуй. И все? Нам теперь дальше по низу пойти. Это хуйня получила, да? God, I hope this is okay. Ох, надеюсь, теперь я все еще там больше не увижу, наверное, его. Воу-воу. Чё за породились? Породрыси были сейчас. Подлаги какие-то. Так, куда нам? Неужели больше здесь ничего нету? Такие пустые локации. Ну ладно. Хм. А что с собачкой? Надеюсь, он собачку не надел. Оно. Она. What is that? Что это? Sounds like... Похоже на... По
поселение какое-то. О, печаль. Sadness. Печаль. Это часть этой девочки. Печаль, это ты? О, привет, Мария. Нашла то, что искала? Надеюсь, что ты мне с этим поможешь. Sadness. Печаль. Сосредоточься. I need you to focus. Think back to as что ты помнишь самое первое? Расскажи мне. What do you see? Is this a game? Это игра такая? I'm afraid not. К сожалению, нет, милая. Это очень важно. Listen. Я знаю, что сделал Ричард. Was he the one keeping you? Это из-за него ты здесь? Марианна, it's okay. Все хорошо. I've sent him away. Я его изгнала. He's gone forever. Он больше не вернется. Лили. Лили. Лили? Лили. That used to be your name. Тебя и так звали? Помнишь? А то, что случилось? Ты помнишь своего отца? You remember him? Я помню. Маму. Она была такая красивая. Только грустная. Как ты. Хорошо, что ты помнишь маму. Я совсем не помню своих родителей. Они... Когда я была маленькой, мы попали в аварию. Я и выжила только я. Мне без них было очень грустно. Я тебя понимаю. Мои друзья тоже. Марианна, здесь так одиноко. Мне здесь не место. Покажи лицо. Может быть, тебе лучше отправиться куда-нибудь еще? Может, я... Хочешь брать меня отсюда? Нет, Марианна. Я не могу так. Еще рано. Почему? Aren't you afraid? Раз ты не боишься чудовища? Of the monster? Она и есть чудовище. Боюсь. Но теперь оно охотится за тобой, а не за мной. И когда оно тебя сломает, влезет в твою шкуру, то конец сможет отсюда уйти. Но оно никогда не насытится, никогда не остановится. Тогда позволь мне помочь тебе уйти отсюда, чтобы и я смогла покинуть это место. Ты вспомнила, кто ты, а значит, нет, Марианна, дело не только во мне. Дело в тебе. Ты должна вспомнить. Сон. Пожар. Красный дом. Что? Wait. Стой. What что за красный дом? There, мы были там, Марианна. Вместе. Ты всегда была рядом. I'm so sorry. Прости. Лили? Лили. Это ее часть все-таки, я так и думаю, это ее часть. Oh, черт. Gone. Just when I thought I could finally send her away. А я надеялся, что наконец помогу ей уйти отсюда. Thomas?
Томас, надеюсь, ты еще здесь. Потому что у меня кончается идея. Так, все это типа тупик. Ни там, ни здесь. Нету, да? Когда две картинки, приходится там и там выглядывать что-то интересное. А, есть ачивка побыть не в теле 10 минут. Давайте я прервусь, ее заработаю. И потом снова включусь. Так, ну все, ачивка получена, прогулка с духами. Все. Получил. Теперь можешь дальше двигаться. Так, там что-то он есть. Эти красные. Так. Сигарет. Такому работяге, как вы, наверняка требуется перекур. Вы Фрэнсис, верно? Простите, кто вы такой? Просто человек, привыкший поступать правильно. Можно сказать, я патриот. А вы патриот, Фрэнсис? Патриот, а? Патриот. Что им подсказывает, что тебя называют совсем иначе? Так Томас плохой или нет? Ну, вообще, типа, потому что для меня он не плохой. Типа, он хороший человек, мне кажется. Хотя не знаю, тут прям... Он просто мстил. Я увидел лишь его черту вместе, потому что, ну, и считаю это правильно, что он отомстил этому уроду. Но неправильно поступил. Надо было просто завалить и все. Ну что, Ричард? Мы наедине. Давай-ка поболтаем. Эй. Эй. Он тебя совсем сломал, да? Никто другой так бы не смог. Значит, он и к Ричарду пытался подобраться. Не знал, что его уже... Нужна кукла. И тогда здесь будет своеобразный алтарь. Мой любимый байкер. Мой маленький адский ангел. Девочка, ты не это ищешь? Простите. Но папа запретил мне говорить с незнакомыми людьми. Это правильно. Управляющий, верно? И знаешь, где он? Мне нужно с ним поговорить. Уходите. А то я закричу. Умная девочка. Не
Нет, я не помню. Томас пришел или кто? Томас. Томас, ты был здесь? You were here. Это твой дом? This was your place. Или это какой-то еще один чел? Да вообще я запутался, если честно. О, oh, hey, a eunuch. А eunuch. Someone's got good taste. Я на нем валю отсюда. What the hell happened here? Что возьми тут произошло? July 27. До 7 июля 2023 года следопыт, ачивка. Последнее продвигается. Меркович, кажется, начинает что-то подозревать. Надо поторопиться. Сегодня или никогда. So they knew about так они знали о Томасе. Но что именно они знали? Exactly? То есть Томас начинал расследовать девочки. Кто такие эти они? А, Томас же ей позвонил. Нам. Позвал нас. И мы пришли. И мы ищем Томаса. А он здесь был. Вот ты говори, это была твоя идея. Нет, они уже нас нахватили. Кто-то блюдо тоже из них. Точно тебе говорю. Ладно, давай проверим, сколько раз. Скоро рассветет. Блять. Из них? От кого ты прятался, от Томас? Ричард, как ты мог Ричард, как ты мог на такое пойти? Как вообще хоть кто-то мог на такое пойти? Я всегда знал, что с тобой что-то не так, но это одно я знаю точно. Что бы он с тобой не сделал, что бы мы с тобой не сделали, ты это заслужил. Ну да, Ричард это получил. Скотина педофильная. Кукла. Куклу надо будет положить. Так, ворота открываются. Power's out. Питания нету. There's something under that engine. Что есть? If only I could lift it somehow. Надо поднять всё двигатель. А, здесь домкрат, да? This looks like it could lift a pound or two. Нужно рукоять щелкнуть. Ну все понятно. Нам наверх. Через окно. Но сначала... Сали куклу. Собрали. Взяли энергию. Дом такой из трупов. Спрыгнуть нельзя, да? Так. Надо выйти из тела. Точняк. Теперь идем. Да, он долго не работает, да? Ага. То есть миска пути. Понятно.
Так. Значит, берем энергию. А теперь мы бежим сюда. Теперь уходим из тела. Побежали, побежали, побежали. Идем сюда. Запрыгиваем сюда. Сюда. Жахаем, выходим, включаем. Надеюсь, на голову не упадет. Поднимаем. Вставляем. Красном. Иногда я... И тогда я поняла. Это тот самый дом. Right in front of me, buried among the ashes. There's gotta be something left. Так. Я думаю, что мне сделать. Пополнить запасы я хотел. Вот так вот, да. Потому что не знаешь, что там за жопа будет. А так у меня энергия есть. Диван. Серьезно? Хм. Я понимаю, что мне туда. Но я побегаю по округе еще пока. Ага. Ну, это тот собиралочка. Проклятые выродки. Думаете, вы особенные? Чего, гореть будете долго. Господи. Так это такой. Есть еще какой-то уебан. Кроме Томаса был Ричард, этот Фрэнсис сдох, Ричард сдох, а Томас типа он расследовал, да? И еще кто-то. Прям горы уебанов. Так. You think you're tough? Думаешь? When you hear them squeal, when you smell their bodies burning, you tell me everything. You beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? Он их ж, блядь. Охуеть. Чего она показывает? Ловчий, ачивка.
зажигалка. Воспоминания. Okay. Посмотрим, кто ты такой на самом деле, ублюдок. Fuck. Так, это Томас. Заперто, значит. Ой, сам попробовать. Вперед. Нет, это я представляю тебе. Мне больше нравится быть мозгами нашего дуэта. А у меня есть идея, давай. Ну или так. Так тоже пойдет. Так, что тут у нас? Черт, я знал, что от него будут проблемы. Служба безопасности? Этот сопляк? Нельзя так говорить о государственных случаях, товарищ. Кто? Чё это за уёбок? Бля, неужели Томасу пизда? Просыпайся, товарищ. Социализм сам себя не построит. Черт. Ты не знаешь, с кем связался парень. Еще как знаю. Я давно за тобой слежу, Томас. Твое дело для меня уже практически хобби. Да? Так какого цвета на нее трусы? Шутник. Обожаю эту песню. А ты, товарищ? Пошел ты. Сыграем в игру. Называется «Что важно для Томаса». Итак, нацисты нашли тебя в Варшаве. Сколько тебе было тогда? 3 года? Сначала не хотели тебя убить, но передумали. Они узнали про твой потенциал и решили его использовать. А потом... раз, и война закончилась. Приходит Красная Армия, и... они держали меня под замком. Проклятые неляди. Они проводят важное исследование, пытаются понять, что же делает тебя таким особенным. Что же это? Мамаш свой спроси. Нравится тебе такое? Да? Делать людям больно, как тем ученым. Сколько тебе было? 18? Я видел снимки. Признаться, даже меня впечатляет. Боже, я-то знаю, как сделать человеку больно. Погоди, я тебе еще персонально продемонстрирую. И вот тебе удалось выйти на свободу. Правда, пришлось все время скрываться. И надо же, у тебя почти получилось. А черт, тебя дернуло опять применить свою силу. И на ком? На лучшем дружке Ричарде. Он сам же. Да, да, я знаю. Ты хотел отомстить. Могу понять. Я бы тоже сделал все ради своего ребенка. Что угодно. Не трогай моих детей. Детей, ну да. Сколько боли ты готов выдержать, чтобы их спасти? Чем ты готов ради них пожертвовать? Может быть, свободой? Отпусти, урод. Так я и думал, я тебя отпущу. Но сначала расскажи мне все. Все о своей силе. А ты заставь. Давай, что кишка тонка.
Ударь меня! Я уже думал, ты никогда не попросишь. Отдохни, Томас. Когда проснешься, тебя будет ждать настоящая боль. Просыпайся, Соня. Время не ждет. Что? Что ты? Вот сам посмотри. Ублюдок. Чертов псих. Отпусти меня. Они еще там, Томас. Но теперь ты мне покажешь? Покажу, товарищ. Что угодно. Наконец-то. Я же думал, не дождусь. Так, надо пошевеливаться. Хорошо, что есть время течет иначе. У меня все еще есть шанс их спасти. Так, на этом все. Мы опять дошли до Томаса. И эти дети, они для него очень важны. Возможно, у него была не одна дочь, а две дочери. Так что ладно, все, давай, счастливо.